День города и День ВДВ сегодня отмечаются вместе, и это не случайно, потому что Рязань – столица ВДВ. Сегодня здесь тысячи рязанцев, несмотря на будний день. Через несколько минут на стадионе «Спартак» пройдет военно-спортивный праздник «Рязань – столица ВДВ». Судьбы многих рязанцев связаны с историей ВДВ, и сейчас с некоторыми из них мы познакомимся. Александр Земсков приехал на праздник из Сасова вместе со своей семьей, супругой Натальей и дочерями Анастасией и Ольгой. Служил он в 242-м учебном центре ВДВ в Омске. Дембельзовался в звании старшины, сейчас работает в Сасове в линейной полиции. Ребятам всем привет передаю, с кем служил, всем офицерам своим. Сам с Сасова, вот приехал с семьей в Рязань, семья. Вот, дочки у меня там. Друзей много осталось. Со всеми общаюсь, со многими с офицерами, с командирами рот общаюсь, со взводниками. Сейчас здесь находятся уже командиры батальонов все. Были лейтенантами, стали подполковниками. Рад за них очень. Десантники – это военные, которые защищают город с высоты. Они умеют прыгать с самолета на парашютах. Они могут плавать, прыгать с парашюта. А стреляют хорошо они? Да. В этом году торжества с центрального спортивного комплекса переместились на стадион «Спартак». Программа осталась прежней. Показ боевой техники, стоящей на вооружении десантных войск, и военно-спортивный праздник «Рязань – столица ВДВ». Боевые машины десанта осматривает и губернатор Николай Любимов. Он сегодня пришел на праздник в тельняшке, который довольно заметно просматривается под белой рубашкой. Машина «Тигр» вооружена пулеметом «Корт» 12,7. То есть раньше она была без этого, то сейчас уже огневая мощь машины повышается. С каждым годом устанавливается пулемет «Корт» 12,7. Поддержка подразделения специального назначения «Крыло врага». На стадионе крылатую пехоту приветствуют официальные лица, а губернатор Николай Любимов вручает флаг ВДВ, побывавший на Международной космической станции, начальнику училища гвардии генерал-майору Алексею Рогозину. Передача флага дает старт акции «100 лет во славу Отечества». Победители акции получат губернаторские награды. Начальнику Рязанского гвардейского десантного училища Алексею Николаевичу Рогозину передает губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов. Для нас десантники всегда находятся в зоне особого внимания. Так сложилось, что именно Рязань стала для многих офицеров ВДВ вторым домом. Правительство области старается делать все, чтобы жизнь военнослужащих и членов их семей была комфортной и благополучной. От имени депутатов Рязанской областной думы я сердечно поздравляю вас с днем нашего города, с днем воздушно-десантных войск. Символично, что в день Ильи Пророка мы празднуем и День города, который охраняет не только славное крылатое воинство, но и, конечно, нашу столицу воздушно-десантных войск, город Рязани. Мы начинаем эту акцию «100 лет служения Отечества» и продолжаем военно-патриотический марафон, который начался в декабре месяце и посвященный столетию легендарного Рязанского гвардейского воздушно-десантного командного училища. И очень рад, что столица воздушно-десантных войск, город Рязань, понимает, всегда заодно с воздушно-десантными войсками. Вы знаете, хочется расправить плечи, быть подтянутым, дисциплинированным. Ну и так, в принципе, к этому должны стремиться. Тельняшку я надеваю с разрешения начальника училища, поэтому имею право ее носить. На самом деле, это действительно незабываемое ощущение такое. Чувствую себя причастным, знаменитым нашему воинству ВДВ. После официальной части на беговой дорожке разворачивается военизированная эстафета, в которой участвует команда батальонов десантного училища и 137-го парашютно-десантного полка. У
Участники эстафеты преодолевают этапы с оружием, гири, в противогазах и ОЗК. Самыми быстрыми оказываются гвардейцы 137-го парашютно-десантного полка. Над стадионом звучат песни в исполнении ансамбля «Крылатая пехота». Патриотическая музыка обеспечивает рязанцам праздничное настроение. Вячеслав Астафьев, Дмитрий Соколов, РВТВ.